Экономическая новость последних часов. Ключевая ставка останется на уровне 11% годовых. Такое решение принял Совет директоров Центробанка. Биржи было отреагировали на это ростом рубля. Вот официальные курсы на выходные. Но вскоре национальная валюта начала сдавать позиции под влиянием другого фактора. Цены на нефть, которая впервые за 7 лет упала ниже 39 долларов за баррель.